Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Вильгельм Лимбрук, немецкий скульптор, художник и график, родился в семье горняка 4 января 1881 года. Окончил Дюссельдорфскую академию художеств. Представлена в Парижском салоне в 1910 году скульптура Лимбрука «Стоящая женская фигура» принесла автору международную известность. В этой его работе чувствуется воздействие на мастера античной традиции ваяния. Свободное, живое строение тела и закончено в своих контурах и объемах. Совершенная и пропорциональная пластика возводит его статую в ранг вечных вневременных шедевров ваяния. Значительное художественное влияние оказало на Вильгельма Лимбрука творчество Аристида Майоля и Жоржа Мине. Уже к 1911 году мастер вырабатывает свой собственный стиль. В бронзовых скульптурах и рельефах Лимбрук изображает горняков во время работы в момент отдыха. Скульптор писал: «Все в искусстве подчиняется мере. Мера на меру означает все. Мера или у фигур пропорции определяет впечатление, определяет действие, определяет силуэт скульптуры и все остальное. Поэтому хорошая скульптура должна быть создана как хорошая композиция, как проектируемое здание, где также каждый размер измеряется разумной мерой». Он развивал вместе с Эрнстом Барлахом новые скульптурные идеи, высказанные Адольфом Гильденбрандом после застоя скульптуры в XIX веке, заключающиеся в постановке на первое место не задачи сюжета и внешней эффектности, а пластическую форму и ее закономерность. Жил в Париже до 1914 года, где познакомился с новыми направлениями в живописи, изучал скульптуру Майоля. Как и Майоль, изображает фигуру человека, через которую дает символическое выражение своих чувств и мыслей. Характерны женские фигуры удлиненных пропорций, пластические формы геометризируются, подчеркнут выразительный жест, ритм линии силуэта, вытянутое иссушенное тело, носитель духовной силы. Обостренная выразительность пластических форм, угловатость, заостренность перекликается с распространившимся тогда в Германии экспрессионизмом. Замечательны также рисунки и гравюры, оставленные после себя художник. В 1919 году Лимбрук покончил жизнь самоубийством из-за своих чувств к актрисе Элизабет Бергман. Работы Лимбрука демонстрируются в художественном музее Дайсбурга, носящем его имя. Ну вот так вкратце о Вильгельме Лимбрук, немецком скульпторе, художнике и графике, который умер в 38 лет. Пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работу.